В селе Акшуат Барышского района провели большой субботник в Акшуатском дендропарке. В субботнике приняли участие как местные жители, включая школьников и пенсионеров из клуба активного долголетия, так и представители администрации и арендаторов лесного комплекса. Совместными силами убрали старую листву, скосили траву и срубили сухостой. Это историческое место, и оно на сегодняшний день востребовано. Востребовано туристами, востребовано молодоженами. У нас здесь есть специальное место для росписи молодоженов. То есть это отличное место, где можно провести с семьей, с друзьями, просто выйти и подышать действительно свежим воздухом. Дендропарку уже более 100 лет. Его история началась в 1880 году, когда симбирский общественный деятель Владимир Николаевич Поливанов начал разводить в Акшуате множество лесных пород из разных стран мира. Затем в 1961 году решением Ульяновского областного совета депутатов трудящихся официально был создан памятник природы Акшуатский дендропарк. В этом году ему исполнилось 60 лет. Сегодня, к сожалению, жизнь дендропарка поддерживают лишь местные жители и неравнодушные представители лесничества. Одним из таких активных сельчан является Вера Фомина. Как отмечает Вера Петровна, этот парк она помнит еще с детства, но никогда ранее он не был так запущен. Выигрывали гранты, благоустраивали, но этих сил недостаточно, чтобы придать местной жемчужине достойный вид. Необходимо проводить восстановительные работы. Какие породы были? Раз они были при Владимире Николаевиче Поливанове, я думаю, их можно восстановить, эти растения. Надо вырубить прежде всего весь вот это все самосев. При Поливанове этого не было. Даже когда был пионерский лагерь, вот эти аллеи, они были, поляны между аллеями, они были просматриваемые, они были кошены, они были чистенькие. И это должно быть так. Как сообщает Министерство природы и цикличной экономики, благодаря местному бизнесу в дендропарке разработаны и оборудованы экологические маршруты, а также построены места отдыха для населения. У дендропарка, по словам сельчан, нет своей дирекции, следовательно, весь уход за территорией лежит на плечах самих граждан. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Управдо ТВ.